Вирус для кибершпионажа почти на 20 ресурсах государственных органов и предприятий УПК выявили специалисты управления ФСБ. По их оценке, вредоносное программное обеспечение по стилю написания и многим другим параметрам схоже с тем, которые уже использовали хакеры на территории России и по всему миру. Работает вирус так. Получателю отправляется электронное сообщение, которое содержит вредоносное вложение, после чего программа может перехватывать и прослушивать телефонные звонки жертвы, записывать файлы и так далее. Сейчас в ФСБ проводят комплекс мер по устранению последствия этой атаки.